сильнее и горизонтально его зафигачь. Все, готов? Готов, погнали. Ух ты, блин. Да. Да подожди, я еще вообще не понимаю, как он. Наверное, задняя центровка, поэтому и расходы большие. Вот, на маленькой скорости более-менее. Сейчас его попробую подвести, чтобы хоть его видеть. Я расходы потом гажу увеличил и зря. Да, да. Это еще меньше залет, значит. Да. Ну то, что носом, это к лучшему. Сейчас будем искать.